Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Так, лови веснушка. Деревья, опа! Это живая природа. Правильно. Так, теперь моя очередь загадывать. Давай. Что бы мне такое придумать? Лови. Давай. Синее море. Опа, поймал, поймал. Так, это не живая природа. А теперь... Здравствуйте. Ой. А во что это вы играете? Мы не играем, Шунечка, а повторяем прошлый урок природоведения. Ой, оказывается, природа бывает живой и неживой. Правда, Зубок? Да. Вот, например, бабочки и цветы. Это живая природа. А камень неживая. Ой, как интересно! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Александра Сергеевна! А это наша Шуня. Рада с тобой познакомиться, Шуня. А меня зовут Александра Сергеевна. Ой, а я так хочу что-нибудь про природу узнать. В ней столько всего такого, но она такой разной бывает. Да, в природе часто происходят всякие перемены. Да уж, я вот эти перемены и сегодня видел. Вот не было утром ветра, а потом он как подул, а потом появились тучи и пошел дождик. Все эти перемены называются явлениями, явлениями природы. Да я таких явлений тоже сколько угодно могу назвать. Так это же здорово! Раз здесь собрались такие знатоки природы, то давайте поиграем в игру, которая называется «Что за окном?». Давайте распахнем окно и будем называть явления природы, которые мы там увидим. Согласны поиграть? Конечно, согласны, да. Конечно! Тогда начинаем. Распахни скорее окно, на лугу чудес полно. Начинаем мы играть, за природой наблюдать. Так. Ну и красота! На лугу распустились цветы, а это очень хорошее явление природы. Молодец, Шуня, правильно. Подумаешь, цветы, а я вот такое заметила, что не каждый увидит. И что же это такое? Что на поляне ветерок дует, вон ромашки как качаются. Да. Отличное наблюдение. Дуновение ветра – это еще одно явление природы. А я тоже кое-что заметил. Да? И что же? Интересно узнать. А то, что по небу облака плывут. Вот, смотрите, какие они белые, пушистые. Да. Да, это тоже еще одно явление. Молодец, Зубок. Ой, и это все? А я еще хочу за природой понаблюдать. И я еще хочу поиграть. Да, и мне интересно еще какие-нибудь явления природы увидеть. Ну что же, в таком случае продолжаем игру. Распахни скорее окно, на лугу чудес полно. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем мы играть. Какие явления природы мы наблюдаем за окном теперь? Так, посмотрим. А, первое. Это серые тучи на небе. А второе – это то, что из туч падает редкий снежок. А я целых два явления природы заметила. Дует сильный ветер – это раз, и на пруду появился лед – это два. Молодец, Веснушка! Да, правда молодец, я льда не увидел. Вот видите, как все в природе изменилось, когда понизилась температура воздуха. Как это? А разве у воздуха есть температура? И у воздуха, и у воды тоже. Пригреет солнце, и воздух становится теплым. Приходит весна, и все вокруг начинает цвести. Даже вода в пруду нагревается. А летом вода становится такой теплой, что можно купаться. А когда солнышко не такое жаркое, то наступает осень, а потом зима. Совершенно верно. И у каждого из этих времен года есть свои проявления. Весной тает снег, и появляются первые листочки. А лето
летом светит жаркое солнышко и распускаются цветы, а осенью листья становятся разноцветными. Зато зимой можно кататься на коньках и санках. А ведь катание на коньках и санках – это не явление природы. Ну, конечно, нет. А вот то, что кругом лежит снег и на реке твердый лед – это самое настоящее зимнее явление природы. Молодцы! Вот наш урок и закончился. До новых встреч, юные любители природы!